В 96-й серии турецкого сериала «Запретный плод», который выйдет на экраны Турции 1 февраля, мы увидим следующее событие. Музафер сообщил Хасану довольно неприятные новости, которые касаются Илдыз. Он сразу же отправился к Чагатаю из Илдыз. Девушка недовольна тем, что он так часто стал заходить к ним в гости. Но этот раз Илдыз предстоит неприятный разговор в отношении ее друзей, промышляющих воровством. Илдыз рассказала, что Нургюль преследует ее. Шахику и Эндер, и они собрались только для того, чтобы решить, что с ней делать. Чагатай заявил Илдыз, что он не может и так дальше жить, поэтому хочет расторгнуть их брак. Эндер устроила ловушку для Хасана, но все пошло не так, как она на то рассчитывала. Чагатай проснулся рано утром и увидел в своей постели Джансу. Хасан Али решил заключить мирный договор с Шахикой и Эндер. Он считает, что жизнь и так слишком короткая, и поэтому нет никакого смысла тратить время на ссоры. Для Шахики Хасан приготовил особенный напиток в честь такого важного события. Он пригласил к себе домой и предложил попробовать его. Только Шахика не подозревает, что на самом деле затеял этот человек. Когда она выпила содержимое бокала, то стала задыхаться и упала на пол, без сознания. Хасан Али приказал сбросить тело Шахики в море, чтобы он ее больше никогда не увидел и от нее не осталось и следа. А мы напоминаем, что 96-я серия турецкого сериала «Запретный плод» выйдет на экраны Турции 1 февраля. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.